Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. А? Сейчас мы немножко сделаем хорошо поросяткам, проколем их железосодержащими витаминами. Мамочка, что пришла, погуляла. Так, иди погуляй, иди. Ну что, взяли мы суэфировид, железосодержащие витамины. Исключительно же для животных. Сделано в Польше. Вот так вот. Зарекламировал, что жестко. В общем, доза для поросят колоть будем на третий и десятый день жизни. Третий день жизни дадим вот дозу 3 куба. На десятый дадим 5 кубов. Поросятки у нас. А что мы, давай в шею колоть. Сейчас мы их будем колоть в шею. Ну, подкожно сейчас, короче, будем подкожно давать за ухом. В следующий раз они подрастут, будем в ляжку колоть с внутренней стороны. Я сразу говорю, им не больно, им нравится, хорошо им. Слышите, в предвкушении ходят такие, хрю-хрю, хрю-хрю, давай, давай, вштырь меня. Вон один, смотрите, как радостно кричит. Данюш, не наступи только ни на кого. Знаю твой веселый нрав, это вполне возможно. Вот так вот берем кожу ему. Чуть-чуть. За хобот его брал, а то ты как-то как всегда. Вот так вот берем кожу ему и вот сюда за ухом вводим. Ну, сильно глубоко не надо, в принципе. Ого! Это не кровь. Да все, это ничего не важно. В принципе, ничего там такого у них военного нету в этом всем. Они сильно не расстраиваются. Слышали, какой недовольный? А не, вы его уже довольный. Его, походу, уже вштырило. О, понеслось. Хрю-хрю-хрю, короче. Давай следующего. Опять же, на хобот его дрессировал. А ты вот так вот сделаешь. Я потом лишаю. Не бойтесь, 3 куба, ух как. 3 куба не очень много, они рэпнут, ничего с ним не будет. Если не проколоть, не сделать этот укол, у них может быть... Да, в крови. Ну, то есть, возможно, даже кислородная анемия, они будут такими. Ну, плохо будет расти. Расти-то они будут. Ну, что? В молоке мамы у этих, как их называют? Свиней. Именно у домашних свиней не вырабатывается, нету железа. А так как они, кроме как молоко, больше ничего не едят, железо они ниоткуда получить не могут. И для того, чтобы эту проблему, так скажем, решить приходится колоть. Их колоть, насыщать кровь железом. Давай, давай, Илюх. Ну, тоже процесс такой несложный. Но важный достаточно. Для ихнего роста. А то могут потом быть задохлитыми. Анемия будет. Что-что? Не хватит железа. Не, я же говорю, будут задохлитыми. Ты вообще мелкий хоть. Еще потом. Держать его лучше покрепче. Илюха, бери его того. Одного, а тех двоих уже можно. И уже можно его тут и выбрасывать. Никуда не выбрасывать. Там
мы отдельно просто бросаем их в коридор. Один франк, так что он по-любому да, он знать мелкий, будет. Один мелкий. Да по ним видно, там видно, что кололи. Давайте еще разок. Инъекция подкожная, как бы. Поэтому сильно глубоко не надо засаживать. С рангой последним оставь. То есть такая шранка достаточно здоровый кабан. Да, нормальный. Меру упитанный. А вот сюда, Данечка. Так люди становятся медработниками. Еще один, Илюха. Я заходил. Раннего. Просто покажи туда, покажи, как заходит. Привет. Еще заходишь, там мандит. Ты осторожно, не ласки его расцарапать. Дай последнего сними. Тихо, 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 тихо. Тебя просто пруха у тебя, жизнь. Не жизнь, а пруха. Ну, в принципе, вот такая же процедура. А ну туда, покажи туда, Данечка. Вот такая же процедура у нас сейчас будет и с этой стороны. Уже я снимать не буду уже. Я думаю, всем понятно. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комменты. Пусть ваши свинки плодятся, растут.